Ну, а я радий вітати нашу наступну гостю. До нас завітала Анна Марія Зубко, майстриня нада-йоги, яка розповість нам про духовні практики із тибетськими співаючими чашами. Мої вітання. Доброго дня. Отже, ми згадали про те, що чаші ці родом з Тибету. Що ми можемо ще дізнатися про їхню історію? Наскільки я зрозумів, вони мають якийсь стосунок до практик у тибетських буддийських храмах. І це була складова культури, власне, при храмах. Чи це правда? Да, совершенно верно. Действительно, чаши использовались в храмах для определенной настройки на медитацию, на расслабление, на создание такого внутреннего диалога с Творцом, с Богом. Ну, их использовали еще в ритуальных целях. Есть даже такая история, что, возможно, с них даже принимали, кушали, принимали еду. Заряжали воду. Ну, то есть настолько спектр большой их применения, который идет из древности, что, ну, думаю, времени не хватит все это перечислить. Ну, в принципе, большей частью использовали для состояния медитативного, для состояния трансового, расслабления, оздоровления, бодрости духа, тела. Вот таким вот Ну, от, образом. власне, зараз дізнаємося про принцип дії. От я чув, що мають бути спеціальні сплави металів і бажано дерев'яний пестик. От він у нас якраз Да. дерев'яний. Чому саме він має бути з дерева? І розкажіть взагалі про принцип дії цього інструменту. Да, на самом деле действительно стик он из палисандрового дерева, сплав металлов разный от 9 и больше может быть. Есть такая легенда, что в состав чаши входит кусочек метеорита, за счет этого вот такой вот получается хрустальный, кристальный чистый звук. Ну и вот я сейчас вам продемонстрирую, вы можете сами почувствовать. Вібрація виникає. Ну, вибрация – это то, что мы чувствуем, то, что воспринимает наше тело. А то, что воспринимает наш слух, звук, то, что воспринимает наше тело, наше поле, наша аура, мы же не только физическая оболочка, то есть есть 7 тел вокруг нас, и звук способен гармонизировать, настраивать наше поле, наше тело, восстанавливать наши структуры. Все мы состоим из определенных структур, молекул, частиц, крови, грубо говоря, костей, и все это на весь наш организм влияет звук. Поэтому существует несколько возможностей, как бы помочь себе восстановиться. Это можно чашу поставить на тело, над телом, вокруг тела. То есть очень много техник, способов, как достичь состояния расслабления как самому, так и с помощью мастера, который применяет звукотерапію і поющі тибетські чаші. Ну, до речі, мова зайшла про складову нашого тіла, і часто тут говорять, що людина – це не лише молекули і органи, це ще велика кількість звуків і вібрацій, які наше вухо не чує, але наше серце, наші вени пульсують, наш мозок пульсує. І це величезна кількість звуків і ритмів, які ми не чуємо, але ці ритми мають бути в гармонії зі звуками, які нас оточують навколо. Чи це правда? Конечно, да, это все правда. Вы так хорошо подготовились ко встрече со мной. На самом деле звук позволяет, природный звук, почему так хорошо человек чувствует себя на природе, почему чаша восстанавливает природную составляющую человека, возвращает человеку самого себя, восстанавливает внутренний источник радости. Потому что действительно мы все состоим из вибраций. Мы их не слышим, мы их не воспринимаем, но когда мы выходим на природу или ощущаем звук, да, чаши на теле, то мы чувствуем эту вибрацию. Мы чашу убираем, мы уходим с прогулки, с природы, да, например, с Хортица, возвращаемся домой. Но это благостное состояние, благостное ощущение, вот эти природные вибрации, они остаются в нас и какое-то время работают внутри нас и открывают этот внутренний источник радости и позволяют восстановиться и позволяют чувствовать себя бодрыми, здоровыми, хорошо себя ощущать, чувствовать молодыми и так далее. Можно навіть ще звук зробити, мені сподобалось. Вам понравилось, да? Я сама очень люблю этот звук. Особенно он
целительный на природе, на воздухе. Если мы с вами выйдем сейчас, вы почувствуете, какая разница в студии и на улице. Ну, от ви згадали про хортицю, я так розумію, що ви їх практикуєте часто саме на острові. І, ну, конечно, в теплое время года и в светлое время суток регулярно практикую, как для себя, так для знакомых, друзей. В принципе, когда это все сочетается, то это в разы дает лучший эффект, в разы дает лучшее восстановление. Когда у человека есть какая-то физиологическая проблема, а чаши отражают вибрацию некоторых органов, и когда есть какое-то, скажем так, патологическое, то вместе с традиционной медициной можно применять нетрадиционную, ну, как и считается, звукотерапия, она признана как нетрадиционный вид медицины и помощи. Вот мы говорили про структуру чаши, металлы, из яких вона складається. Вот я вчора прочитав, що радять не користуватися фабричними чашами, а брати у майстрів, які робляться власними руками і таким штучним товаром, є, оскільки фабричні, вони не створюють тих відповідних вібрацій, які мають бути при роботі з чашами. Да, действительно так пишут, есть такое понимание, понятие, исследование. Ну, опять же, мое личное мнение, что все, что нам приносит радость, приятные ощущения, и какая-то чаша, то ли она кованая, то ли она сделана вручную, то ли она литая, если это приятно, если телу радостно и восстанавливается структура энергетическая, физиологическая, то можно применять любую чашу. Они на самом деле все волшебные, просто чаши, которые сделаны вручную, они больше дают вибрацию от трения палочки, а чаши, которые литые, они больше от удара. То есть разная техника. Да, просто разные техники. Все это можно пробовать, применять. Если вы купили, например, чашу, то вы можете применять ее в разных своих случаях, в разных своих вопросах для того, чтобы восстановить себя, либо своих близких, либо свое пространство, свое помещение, где вы живете, или студию, где вы работаете. Ну, это все работает. Також я чув, що при роботі з чашею потрібно дотримуватися спеціального ритму дихання. Має бути спеціальне дихання, чи це так? Скажем так, ну я как мастер действительно настраиваюсь на дыхание человека, который ко мне обратился. Но если человек, например, входит в определенное состояние, такое пограничное между сном и бодрствованием, то человек, конечно же, не может слышать мои рекомендации насчет дыхания. То есть, когда мы начинаем первое время, конечно же, это какой-то ритм дыхания, который настраивает человека на очищение звуком. То есть, дыхание плюс звук дают некое очищение поля и тела. А если же человек уже вошел в это состояние, когда он воспринимает этот звук, воспринимает эту вибрацию, то уже тогда тело настолько расслабляется, что все это происходит природно. И нет необходимости вот как-то дополнительно вдыхать, выдыхать какими-то особенными техниками. Важлива складова роботи з чашами – це вхід до медитації. Але, мабуть, не всі люди можуть опанувати медитацію від самого початку. Чи як бути в цій ситуації? Які є складнощі з тим, щоб поєднати медитацію, роботу з чашами? Трудностей, в принципе, нет. Главное, чтобы у человека было желание и было время. То есть, если человек радостен, не застрессован, приходит в состояние внутреннего спокойствия, то это может получиться с первого раза. Если же человек работает где-то в таких условиях, где нет возможности расслабиться, или нелюбимая работа, или какие-то обстоятельства в жизни, тогда, конечно, это сложнее. Но есть еще техники помимо чаш, другие техники с помощью свечей, с помощью массажа, с помощью звукового массажа, которые подготавливают человека к вот этому состоянию медитативному и помогает ему освоить и понять основы медитации, расслабления, возвращения к себе настоящему. Вперше почув про звуковий массаж. Що це таке? Розкажіть. Звуковой массаж, он несколько отличается от трудового, от обычного ручного массажа, который делается руками. Тем людям, которым противопоказан массаж механический, звуковой им показан. Они могут получить максимальный эффект. Мое личное наблюдение, то, что мы достигаем за 5 сеансов механического массажа,
за один звуковой массаж можно восстановить энергетику тела, поля, снять болевой синдром, особенно это касается позвоночника. То есть у меня есть опыт и есть ряд примеров, когда люди достигали максимальный результат, уходили полностью от болевого синдрома, но очень много, конечно, зависит от человека, от его настроя, от его доверия. То есть если человек доверяет и верит, что ему поможет чаша, поможет звуковой массаж, то очень большой процент успеха. Даже был случай, когда органы внутренние были опущены, и после ряда звуковых массажей органы восстановились и вернулись на свое место. Знайомлячись із чашами, що співають, я прочитав також, що не лише в духовних практиках використовують, а як і музичний інструмент, є навіть цілі концерти, де різні чаші використовуються за різним звучанням, або чаша є одним з елементів багатьох традиційних інструментів, і навіть джазові музиканти використовують ці чаші. Що нам про це відомо? Да, действительно, концерт, просто когда мы работаем индивидуально с человеком, для человека подбирается конкретно чаша и звук. В паре с клиентом, с человеком мы работаем. Когда же это большая аудитория, и мы настроены на то, чтобы дать вот этот радостный звук, восстановить группу людей, тогда подбирается комплекс чаш. То есть у каждого мастера есть определенный набор. Для концерта обычно подбирается определенный набор в зависимости от темы и в зависимости от времени проведения этого концерта. То есть если мы проводим концерт утром или в обед, то чаши будут более такие вот бодрящие, восстанавливающие. Если мы проводим перед сном на ночь, то это будет более успокаивающие, низкие тона, низкие звуки с низкими инструментами, ну вот таким вот образом. Действительно, да, чаши используют уже и в традиционных концертах, и с традиционными инструментами, и это все лечебное воздействие на человека, на тело, на поле, на ауру. Дякую, що завітала до нашої студії. Ну, а я за традицією передаю слово своїй колезі Марії Моїсенко, яка розповість про чергові новини Запоріжжя. Доброго ранку, шановні. Час новин.